Привет, ребята, с вами Дима, вы на канале Android News Pro, и опять мы за ноутбуком рассматриваем разные услуги. Сегодня эта услуга будет от LiveSale, который нам показывает на баннере, что вы не платите за трафик, просто платите 7 гривен. Вот написано, от 7 гривен без платы за трафик на популярных телеканалах, YouTube, Megogo, LTV, Divine TV, будут всегда вместе с вами. Это украинские видеохостинги, ну, YouTube, это, вы сами знаете, что международный, вы сами смотрите меня сейчас на YouTube. В общем, не все так радужно, как нам пишет LiveSale. Давайте спустимся пониже и посмотрим, что это за бесплаты за трафик. В общем, подключение, все по стандарту идет, звездочка 226, решетка, ну вот так. В общем, у нас, как обычно, есть вездесущие тарифные планы, или, ну как сказать, пакеты. Самый минимальный пакет это 500 мегабайт. Если смотреть по возможностям 3G связи, которые уже есть в Украине от LiveSale, это очень мало. Например, захотели вы посмотреть какое-то видео Вилсакома на 30 минут в HD качестве, и у вас эти 500 мегабайт ушли. Вы просто платите 7 гривен, вам дается 500 мегабайт. За 2 гигабайта 20 гривен на 7 дней. И за 10 60. И без лимит у нас 30 дней за 15 гривен, сколько у нас, за 15 гривен, да. Вот именно без лимит, и забыли дописать букву ГР, стоимость, ну, да, 15 гривен, это, думаю, просто вы ночью лазите, смотрите ютубчик, ну да, в вашем случае ютубчик. Вот здесь у нас есть условия этих пакетов, оптимальный, ну, все более подробно. Вот так вот. Короче, как сказать, в следующем видео, думаю, расскажу вам об услуге социальной сети плюс Яндекс. Я когда видел эту услугу, сразу за YouTube, нет, вот придется платить. Подключать или не подключать эту услугу, ну, как скажу, не подключайте эту услугу. Это будет простая трата денег. У вас есть ваш пакет 3G интернета, вам будет его вполне достаточно. Спасибо, что посмотрели это видео, с вами был Дима.